На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра пройдут матчи второго тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный поединок состоится в Гомеле. БЧ ждет в гости сильнейшую команду минувшего сезона «Столицу». В стартовом туре, напомню, обе дружины праздновали победы. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14:00. ВРЗ играет на выезде. Соперник – еще одна команда из Минска, «Динамо БНТУ». У студентов в графе набранных очков 0. Вагоностроители в первом туре сыграли в ничью с «Витеном». Светлогорские ЦКК и Минск замыкают турнирную таблицу. Их очный поединок пройдет в Светлогорске. Начало в 14:00. После перерыва возобновляется чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Стартует 21-й тур завтра. Представители нашего региона играют в воскресенье и понедельник. 15 сентября на поле стадиона «Юность» в Мозыре начнется матч между «Славией» и столичным «Энергетиком» БГУ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. В понедельник состоится только один матч. Игровую программу 21-го тура закроют Витебск и Гомель. Противостояние пройдет на поле «Северян». Начало в 19:30. Заслуженный тренер Беларуси по дзюдо Владимир Асин отмечает юбилей. 60 лет оставаться в спорте вот уже на протяжении полувека Владимиру Владимировичу помогает, как это ни странно, спорт. Ежедневно в его графике две тренировки с молодежью. Все приемы и броски он показывает сам. Даже в день рождения он с грустью отмечает, что его оторвали от тренировки. Воспитанники заряжают тренера энергией, а он делится своим опытом и помогает им совершенствоваться. От них я черпаю ту энергию, которая необходима мне для жизни. И я им возвращаю это в том, что они у нас будут, как говорится, я думаю, что выигрывать не только Европу, мир. И опять же, Олимпийские игры. Этот вид спорта сделал меня, в принципе, человеком, я скажу, личностью. Среди его учеников Владислав Тимошенко, Михаил Петров, Егор Трухан и, конечно же, олимпийский чемпион Игорь Макаров. Владимир Асин увидел в 7-летнем Макарове задатки будущего чемпиона и довел до самого Олимпа. Все, что я знаю, все, что умею, это он. Ему спасибо огромное. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».